Все, надо идти. Марсик о чем-то задумался. Опа! Ух ты! Марсик, туда нельзя, там другой мир. Туда нельзя, фу, уйди оттуда. Не ходи, там курицы, там кубики. А вот он мой друг, помните? Ну, помните он? Я с ним знакомился. Ой, ой, Марсик, не лезь, не лезь, не лезь. Мирка! Мирка! А ну-ка, кто выскочил? Мирка! Я ж видел, что кто-то выскочил. Жорик, а ну иди сюда. Иди сюда домой. Быстро домой. Бегом домой. Жорик, гони его, Леш. Иди, привет, Леш. Ишь ты выскочил. Ух ты. А я ж видел, мерканул. Вот они все. Вот и открывай. Где он? Богомол убежал. Ох и шустряк. Жорик, ты уже один раз убегал. Мы тебя поймали там за 3 километра. Вон, ломанул и все. Там другой мир, туда нельзя. Все, убежал наш богомол. Хотел с ним пообщаться. Да я-то вижу, вон он убежал. Он от нас спрятался. Вот он, видите, сидит. Вон он. Вот он. Ну, а Мирка и Марсик его не видят. А я вижу, пусть сидит. Все, у каждого своя жизнь. Марсик. Увидел, наверное. Не знаю, что с ним сделать. Он на ящерицу не похож. Что это такое, наверное? И что? Что лапа? Ага. Марсик. Все, богомол ушел. А богомолы съедают даже птенцов маленьких. Даже этих маленьких змеек. Богомола не так-то просто, он еще и по носу может надавать. Масюха, ты не очень-то это. Это тебе не ящерица. Уходи. Все, давай. Не надо. Я забыл. Мы же тогда знакомились. Как я его называл? Ну, Вася это у нас этот сорока, сорочонок. Помните? Я его учил летать. А этого, как же его назвал? Боря, по-моему. Забыл уже. Это было весной. Он был маленький еще. А теперь уже подрос какой большой. Ну что, Жоржик, расскажу сегодня Виктории. Как ты лыганул. Знаешь, чуть отвлекся и все. Все, я ухожу. Все, пока. Всем пока. Всем пока. И тебе пока. Все, видите, спрятался от бульдогов. Ну куда тебе? Давай я тебя посажу. Давай. Давай я тебе. Ну, где ты? Да куда ж ты под колесо, глупенький? Пойдем я тебе в травку. Да. На. Давай, давай я тебя в травку. Все, иди, вот тут будешь жить. Тут тебя никто не тронет. Ну, слазь меня. Не хочет уходить. Ну что, все? Вот она. Все, пока. Давай лапку. Все, пока, пока. Пока. Ну что ты? Ну я тебя на работу не могу взять. Слазь. Слазь. Не хочет. Он меня узнал. Все. Все, давай. Как же, куда тебе? Пойдем, я тебе вот сюда. Иди вот здесь. Вот, вот. Все, слазь. Слазь давай. Все. Упал. Упал, вот он. Вот он. Не хочет опять мне на руки. Вот ты какой пятый. Давай, мне надо на работу уже идти. Некогда мне. Слазь. Все, пока.